мальчик маленький. Илюха. Сколько ему лет? 16? Ты серьезно? Ему 24, по-моему. Я не помню, сколько Excel. Серьезно? Да. Excel его зовут. Молоденький Excel. Молоденький? Не знаю, он прям... Ну для тебя, может, ты молоденький, Маш. Зачем ты так? Так, вот. Ну он прям мальчик такой, не знаю, Милашкин, не знаю. Милашкин. Excel, тебя оценили как Милашкин. Так, значит, какую оценку? Какая оценка? Ну, неважно, он ему больше 18, это важно, это главное. Это важно, да. Это самое главное. Поэтому как бы твоя оценка? Тоже семерка, наверное. Тоже семерка? Да, потому что Милашкин, да. Excel, ты Милашкин. А что выразительного, хорошо? Что тебе больше всего нравится? Я не знаю, он просто милый мальчик. 7, да? Так, окей. Так, ладно, теперь давайте звезду, ребят. Тут смотри, смотри, тут зевает. Какой ты сегодня? Какое тебе настроение сегодня? Кстати, да, кстати, у Илюхи тоже есть девушка, но она еще не такого сказала, сказала Милашкин. А что это такое? Она же сказала, ёб его, ёб. Она просто сказала Милашкин, и все. Смотри. Тут он типа такой киберспортсмен. Оценку? Да, оценку. 6-7 занято. Нет, нет, ты в принципе можешь дать, просто тебе это потом выбирать, понимаешь? Тебе нужно одного будет потом выбрать. 5. Ну, извини. Бедный Мага. Ты чё? Сейчас будет пацан. Маш, только давай так. Подожди, не смотри. Если, ну, вот прям... Прям 10, да? Прям не втерпёшь. Ладно, так уж и быть. Что ты хочешь? Что оценивай. Ты полистать могу, да? Ну, можешь. Да, каждую фотографию внимательно рассмотри. Смотри, тут он с кокосом. Значит, очень интересная фотография. Скорее всего, на юга, понимаешь? Угу. Путешественник, на фото. Да. Путешественник. Если смотри, путешественник, гора, значит, уже хорошо. Путешественник равно авантюрист. Авантюрист во всех, да, во всех сферах деятельности это круто. Угу. Согласись. Так, ну что, так, пишем ему? Ладно, давай сначала, в гости, давай сразу. Все равно завтра приедет. Можешь у меня, кстати, ночевка остаться? Нет, аккуратно. Утром приедет. Да. Ты про него говорила? Да. Mm-hmm. Ну так что? 7 тоже, наверное. Может, еще раз подумаем? 10, ребят, вообще топ. Топ за свои деньги, строго топ за свои деньги. Это шутка, строго. Мы тебя все очень любим. Так что, в итоге реально сколько? Да что, всех 7-ки? Ты что, блин, как будто, знаешь, тебе... Нравится мне. Нравится? 7, да. Давай хотя бы 7.5. Тебе потом выбирать одного, ты понимаешь, нет? 7.5, хорошо. Вот какие тебе мужчины больше нравятся? Постарше, отлично. Здорово. Я хочу рассказать вам про новый режим на Hell Story – Coin Flip. Играешь против реальных людей или можешь сам создать игру. Подбрасываешь монетку и с шансом в 50% забираешь в 2 раза больше. Сейчас я все покажу. Заходим в первопопавшееся лобби. Тут скинов у нас на $18, я вкидываю столько же и мы играем. Как видите, я выиграл с шансом 50%, потому что фортуна сегодня на моей стороне. Так, ну что ж, скинчики я выиграл, теперь их можно моментально вывести. Не забывайте, что также на Hell Story есть классический режим, постоянные розыгрыши и акции. И самое главное, мой промокодик, Chilling, вы получите халявные 60 центов без депозита. Залетайте по ссылке в закрепленном комментарии и попробуйте сами. И про мой промокодик не забудьте. Ну тут, как бы так сказать, может быть, нужно было оставить этого молодого человека на десерт? На десерт, на сладенькое. На сладенькое, да. Кстати, у Ванька нет девушки. Вот, Дмитрий. В народе его кличут старый, успешный. Подожди, не надо. Возраст всего лишь цифры. Это я согласна. Успешный, обаятельный, харизматичный. Юмористичный. Восхитительный. Восхитительный. Балдежный. Да, балдежный, да. Некоторые пишут 78, но это неправда. Слушай, симпатичненький мальчик. Ну, как мальчик. Мужчина! Мужчина, исправимся. Мужчина. Какой счастливый, смотри на него. Счастливый. Да, ну счастливый. Ой, опять ты опять здесь, в центре, смотри. 8.5. Может, даже 9. Зовите Дмитрия. Так 8 или 9? 8 или 9? С половиной нельзя оставить? Можно. Ну, 8.5, да. Слушай, ну, честно говоря, я бы Дмитрию Лексу тоже 8.5 влепила, поэтому... Да? Да, согласна, ребят. Пока Дмитрий лучший, правильно? Дмитрий лучший. Дмитрий, вализируйте. Прости, Ваня, но ты на втором месте. Кстати, Дмитрий холост. Он холост, да. Это подруга Кати, да. Дим, я тебя познакомлю, не переживай. Давай. Слушай, мне нравится обработка фотографии, классно. Слушай, ну, с обработку фотографии уже, я думаю, можно вставить... Слушай, это фотошоп? Не, в смысле, да? Не вставить, а в смысле поставить больше 5. Это... Нет, это не фотошоп. Нет? Его ламба. А, это 10, его. 10. Выпускник? Еще выпускник. Маленький. Он не маленький. Ну, у него большой. Молодой. Ну, по крайней мере, пацаны-то говорят. Ну, не знаю. 6? 6? Да, 6. А что больше всего тебе понравилось? Это знаешь, как сказать, ребенок Димы. Помнишь Дмитрия, которому ты поставила 8.5? Ну. Вот это его сын. Серьезно? Ты прикалываешься, это видно. Ты серьезно? Вот, это мой пацан, горжусь. Это пишет, да? Дима. Да. Это неудобно вышло, да? Ну, типа, он помладше, конечно, но... Ну, 6, наверное, да. 6. А выразительное? Что за естественно. Ну, как обычно. Да норм, мать все равно стримы не смотрит. А, ну, в принципе, да, тоже верно. Так, Марк. Как я не запомню, помню, как у Марка еще раз? А, все, нашла. О, симпатичный мальчик. Да, симпатичный, слушай. Симпатичный, да? Угу. Щетинка такая красивенькая, мне нравится. Вот ему, по-моему, 17. Да ладно. Угу. Вообще не скажешь. А сколько дашь ему? Сколько? Лет? Хотела про это пошутить, но решила, что, не наверное... Не надо шутить. Наверное, без не шуток, стоит. Наверное, не стоит. Сколько ему дашь? Возраст? Я бы сказала... Определенно.
спокойно. У него девушка есть. Да, ну, мне показалось, что ему лет 20. Поэтому решил чувствовать только про возраст. 23, да? Да, только возраст. Ему 23. 23. Ты молодец. Да, угадала? Ты угадала. А, стоп, оценка. Слушай, 8.5, мне кажется. То есть у Дмитрия Алекса появились конкуренты, правильно? Мне кажется, да. Только подключусь к стриму, бустеры уже оценивали, нет, Олег? А нам смысла нет оценивать. Типа мы друзья, понимаешь? Типа все вместе, поэтому... Не, мы, конечно, можем поставить, но я бы в любом случае сказала, что нужно 10 ставить. Не влетит потом. Да, если поставить не 10, ребят, это же... И тогда, если 10 тоже поставить, тоже влетит. Ну, кстати, тоже можно, да, задуматься, в принципе. Ну, это просто легенда. Легенда, да? Да, легенда. Он Fortnite вроде ненавидит, видишь? Возможно, возможно. Может быть, да? Может быть. Перспективный. Опять же. Ну что? Походу, похож на моего бывшего одноклассника чуть-чуть, но это... Ты хотел сказать твоего бывшего. Ну что? Ой, 6, наверное. 6. 6, да? Что больше всего понравилось? Ну, только честно, давай только не глаза. Вот глаза все заняты. Хорошо, все, глаза нельзя, да. Глаза нельзя, да. Потому что он семьянин, это правда. А сколько лет? Больше, чем мне. И больше, чем... Больше. Больше, чем... 20. Больше. Да я не помню. Я его не видела никогда вживую. Просто знаю, что он суперский, да. Ты хочешь, чтобы я до семерки поднялась? Я хочу, чтобы ты просто подняла... Че, 18? Ну, вот, 18. 18. Вот, маленький. Молодой. Молодой. Вот так вот. Маленький мужчинам нельзя говорить. А, да, молодой. Молодой, юный. Юноша. Юноша, правильно. Мне кажется, юноша поднялся до 6.5. 6.5, да? Да, да. Так. Юноша. Юноша. В общем, милый мальчик. Милый, согласна. Он очень классный. Он, на самом деле, очень приятный в общении. Очень классный, да. А не забываем, что внутренний мир, это очень важно. А, кстати, Алекс, ладно, я потом. Ты меня подначиваешь. Потом, нет, ничего. Все, больше ничего не говорю. Блондинчик? Светленький, да. Светленький, да. 7.5, да? Ну, я не знаю, какую-то оценку дашь. Ну, я говорю. 7.5, да? Да, тут ты любишь не одобрять мои оценки.